Я открываю, да? Ну, я первый прыгаю и открываю, ну, понятно. Так, давайте дробовик возьму. Заперто. Патрончики. Сефора, высылаем вам запись. Аптечка. Сэр, эта штука не принадлежала десанту. На ней видна маркировка ВЮ. Что? Судя по датам, все записи сделаны после того, как мы получили сигнал от... Как там его? Капрал Хикс. Сефора, это 2-1. Что об этом скажете? Сэр, на корабле есть еще кто-нибудь? Бишоп выходит на связь с ВЮ. У нас нет времени играть в детективов. Возвращайтесь в грузовой отсек. Оба! Конец связи. Боже, ну мы влипли. Да, видите, вот это... Сефора, говорит Белла из Рина 2-3. Слышите меня? Слышу, 2-3. Доложите обстановку. Я очнулась, подавившись какой-то тварью, типа паука. Сидела у меня на лице. Мертвая. Сэр, я отстала от своей группы. Есть какие-нибудь вести от моих парней? Остальные бойцы 2-3 считаются погибшими. Прости, детка. Выжившие из Рина 2-1 направляются к грузовому отсеку. Можешь туда добраться, 2-3? Что? Гарнет? Киз? Сефора, я что-то плохо соображаю. Даже не знаю, как туда добраться, сэр. Ты последняя из Рина 2-3. Постарайся вернуться живой. Конец связи. В ней же эта хрень, ребята. Ну что вы? В чем дело? Похоже, это Белла. Она... У нас с ней... Ну... Что у вас с ней? Спали с ней. Отвянь бы искал. Мне вообще посрать, что вы там с ней делали, если честно. Я хочу выжить. Так, ну эти хрени пустые. Куда там смотришь, блин? Ты лучше смотрел по сторонам. Такс. Давай еще один сварщик. Ого, там их походу дофигища. Сейчас будут, ребятки. Чтобы применить прием рукопашного боя, нажмите В. Если противник находится прямо над вами, то своевременно рукопашным ударом вы можете отбросить и оглушить его. Угу. Не зря тут патрончик. Ага, понял. Нужно добраться до верха гравитационного колодца. Там грузовые отсеки. Ты бы стрелял бы лучше. Ну чё ты остановился? Пошли. Чё я должен один рашить? Типа раш по центру, ты такой будешь там сзади идти, да? Умник. Открывай двери. Блин, а? Не увидел сразу. Давай. Ничего, хорошо. О, аптечки. Блин, а мне аптечки нет. А что там в дырочке? А что там? Кто там у нас в дырочке спрятался? Так. Ну что, морпех, ты готов? Ты смотри, какой он. Какой-то черного цвета. Какой-то он дерзкий. Это что? Я официально требую снять меня с работы над проектом Элити. Я благодарен за возможность принять участие в таком инновационном эксперименте, однако боюсь, что не смогу исполнять свои обязанности в полной мере и с должной отдачей. Благодарю вас. Это был доктор Стэнтон. Да. Так, в ходе игры вы можете... Разыскивать особые находки, оружие героев фильма «Чужие», жетоны морпехов и аудиозаписи. Чтобы узнать, как продвигается сбор таких находок, нажмите и удерживайте этап. Окей, хорошо. Доктор Конрад, я еще раз его прослушаю. Я официально требую снять меня с работы над проектом «Элити». Я
Все, я не хочу тебя слушать, ты мерзкий. Ты мерзкий. Так, морпех, я иду. Я готов, морпех. Я готов. Ну что ты? А, ждешь, пока я пойду, да? Ну, как обычно. Давай, сам, рутями, сам. Все с тобой ясно, короче. Пиноккио, блядь. Так, тут все. Тут все красиво. Тикс. Раз. Раз, то понятно. Выходим. Так, где они? Угу. Вижу. Давай. Просто, ребята, решил немножко добавить шутера. То стратегии. Бою! Они внизу! Где внизу? Бежим, парень, бежим. Зараза, какие прытки. Ох ты, ёлки-палки. Ёлки-палки, на. Меня оглушило. Хедшот. Изи-каточка. У меня патронов мало. Да заходи в дверь же, блин, дурачок. Оп. Алёша, заходи. Закрыть. Закрывай двери нафиг. Смотрите, а он перестреливается, а? Кто ты там целишься? Короче, я сам пойду. Так, у меня осталась последняя обойма, ребята, скажем так. Ну как, полторы обоймы. Ладно, я иду первый. Оп. Патрончики. 80 патронов, хорошо. Собственно, куда я... О! Дробовик Хиггса. Найдено новое оружие. Новое звание. Получен доступ штурмовая винтовка. Найдено оружие героя. Хорошо, а как... сейчас последняя модификация оружия. Штурмовая винтовка, импульсная винтовка. Штурмовая винтовка калибра 7,62. Для стрельбы со средней дистанции спусковой механизм противного класса, который оснащен это оружие. Обеспечивает плавный и контролируемый спуск. Огневая мощь, меткость, скорострельность. Ага, тут как-то оно. Очередь автоматически. Ладно, помповый дробовик. Мы можем его навернуть, но так как я с дробовика не сильно стреляю, ребят, наверное, давайте с автоматик. Так, что мы здесь можем? Увеличенный магазин, армат. Так, прицел коллиматорный, лазерный целеуказатель. Давайте возьмем коллиматорный прицел и давайте возьмем увеличенный магазин. Так, все, теперь получше, я думаю, будет. Назад. Так, хорошо. Испытание пройдено в полевых в смысле. Подождите, стоп. Модификаторы оружия. Как мне его взять, ребятки? Так. Ну, это что получше чего, да? Я понимаю. Продолжить игру. Не то. Подождите, я хочу поменять. Блин, у меня теперь два дробовика. Что за херня? Подождите, надо разобрать... А, все, понял вас, понял. Так, основное, я хочу автомат, вот этот вот. Он? Да, он. Только почему-то... Ага. Так, 60 патронов, отлично. Вот мой прицельчик. Хорошо. Так, это я какую кнопочку-то нажимал? Ага, вот эту. Так, в дополнительном я хочу вот этот крутецкий дробовик Хиггса. А что он, чем отличается-то? Скорострельностью. Я понял вас. Я вас понял. Отлично. Так, ладно, поехали дальше, ребяточки. Текс. Итак. Морепех. Так, куда нам двигаться, собственно? Анил. Ну, а чё он за нами не пошёл? Грёбаный этот Анил. Чё тебе надо? Так, что надо? Жетонов найдено. Добраться до грузового отсека и помочь с эвакуацией. Хорошо. Да, наконец-то ты зашел. Ну так иди дальше.
Куда ты вообще чучело взялась, на нас напала? Ладно, я сейчас посмотрю, знаете ли, свой новый прицел. Подсказки. Ваш активный комплект снаряжения включает в себя 4 ячейки. Чтобы сменить оружие в ячейке, нажмите Б. Ну, я уже и без вас разобрался. Спасибо за вашу подсказку, очень вовремя. Мы получили новое звание. Спасибо опять же за подсказку. Вы только что прошли испытание. Проходя испытание, вы приближаете очередное повышение в звании. Спасибо. Все хорошо. Пойдем, парень. Блин, хочешь, я еще раз тут пройдусь? Давай. Что тебе тут не нравится? Вот я тут пробежал. Что дальше? Я зашел. Здесь ничего нету. Что ты от меня хочешь, животное? Объясни мне, я не могу понять просто. Ну чё? Так, я куда ходил? Я ходил в любом случае наверх. Там я нашел этот Хиггса, Шмиггса. Ладно, я пойду сюда. Экс. Я наверху. Левел 3. А Нила-то где-то снизу. Я точно... Опа! А вот и они. А вот и ксеноморфы. Это выход! Прикрой, а давай. Я открою дверь! Давай! Добрый вечер. Хоп-хоп-хоп! Крэмбо, хоп-хоп-хоп-хоп! Я везде, я нигде. Где? Вон, где? Бэм! Текс. Ага. Нет, я стал более умнее. На этот раз, ребята. Слышь ты, Хацкер. Открывай давай. Опа, все, я зашел. Опа. Давайте. Морские котики Джей Джо. Хоп-хоп-хоп-хоп. Че тут? Ничего. Шлем. Максимально. Все, отлично. Открывай. Открывай ворота. Так, тут что у нас? Патрончики. Четко. Только посмотрел в этот святой гнев. Мы прибыли в первый грузовой отсек. Если дойдем до центра управления, откроем двери и выбросим эту дрянь в космос. Давай. Что за бред? Ничего не делай без меня. Я стреляю сверху. Патроны не резиновые. Вообще очень огорчен. Ох ты, зараза такая. Вообще я очень огорчен, что у меня кончились ракеты. Ребятки, сейчас бы я ракетами нормально бы так по ним отработал. Да беги давай, отстреливайся. Сверху! Да пошел ты. Держись, а я открою эту дверь! Баню, блядь, пошел, давай там. Открывай эту дверь. О-о-о. Все нормально! Прикрой меня! Это выход! Прикрой, а я открою дверь! Давай быстрее, блин, у меня патронов... Это дробовик остался. Закрывай. Да закрывай, что ж ты... Фу, блин, кошмар, а. Шо там? Шо, идите отсюда, уходите, вас не знаю, уходите. Идите все. Чё, нажать что-то надо или чё? Где нажать? Что нажать? Кнопка, ты где кнопка? Ребята, где кнопка, ребята? А, блокировка двери. Вот она. Иду. Оп. Использование. Хацкер. Бац. Это Рейдер 6-5. За мной следует Сифора. Уинтер, мы идем на посадку. Прием. Вас понял, Рейдер. Полетели. Двери отсека закрываются автоматически. Так что поторопитесь. Чтоб не в кофе нассали. Так, все, держись! Кофе нассали, отлично. Бурманка. Приземлились. Сифора, пошли. Из-за Уинтера я поцарапала свой любимый корабль. Другого у нас нет. Через пару минут корабль будет под контролем морской пехоты. Так что идем искать Беллу. Отлично. Живучесть. Испытание пройдено. Новое звание 5. Сигнал бедствия. Эпизод 1 пройден. Карьера морпеха. Получаем уровни. 5 уровень. Отлично, ребята. Штурмовая винтовка разблокирована. Грим «Черная смерть». Нагрудная эмблема «Один выстрел».
Набор малых эмблем Остроглаз. Зажигательный снаряд Аромат У4. Малая эмблема Бдительность. Грим Красная Маска. Тактический дробовик Вою. В полевых условиях. Испытание пройдено. Святой Гнев. Испытание пройдено. Живучесть. Испытание пройдено. Новый рекорд. Сложность Ветеран. Фух, ребятки. На этом все. До скорых встреч. Будет следующий эпизод, будет видео. Спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Не расстраивайтесь, что я умирал. Это мой первый опыт игры в шутер за столь долгое время. Палец вверх, ребята, обязательно. Вот просто порадуйте меня лайками. До скорых встреч.